Удостоверение кандидата в губернатора Алтайского края первым получил Виктор Томенко. Избирательная комиссия края зарегистрировала его в качестве такового после обработки предоставленных документов. Проверку прошли и 527 подписей депутатов разного уровня, которые поддержали выдвижение Томенко. Вот так выглядит это удостоверение. Мне поручено вам его передать сегодня. Я его торжественно вручаю. Спасибо. Другие кандидаты в губернаторы пока не зарегистрированы, но необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра в избирком накануне сдала кандидат от «Справедливой России за правду» Евгения Боровикова. С момента принятия решения о регистрации, а кандидат уже выступает в новом качестве, приобретает весь необходимый объем прав, обязанностей, тех ограничений и соблюдения тех требований, которые установлены действующим избирательным законодательством. Другие претенденты на пост губернатора продолжают сбор подписей. Предоставить их необходимо до 29 июля. Дмитрий Дроздов, «День с толком».